Как рыцарь молодой, спешащий на турнир, я выхожу на бой, и мой противник — мир. Он смертью мне грозит, со всех сторон тесня, но Дух Святой мой щит и ангелы броня. Христова мощь сильна, она не даст мне пасть, пускай хоть сатана свою разверзнет пасть. Но с верою отцов и с правдою в ладу на сонмище врагов без страха я иду. Я веселюсь душой и не боюсь угроз. Я знаю, что со мной в союзе сам Христос. Стучащим отворю, так ты сказал, Господь. Пошли же рать свою злодеев побороть. Несчетно их число, врагов вокруг стена, но не коснется зло той, что тебе верна. Что мне их дым и чад, ведь ты, заступник мой, не страшен супостат, пока мой Бог со мной. Есть якорь у меня, есть праведный штурвал, есть крепкая ладья, пускай же грянет шквал. Неловко я пишу, мой стих не искушен, и все же расскажу, какой мне снился сон. Я зрела пышный зал и царский в нем престол, на коем восседал жестокий произвол. Бурлящий лжепотоп невинных поглотил, и сатана взахлеб кровь мучеников пил. Господь мой Иисус, о, как на них падет их беззаконий груз, когда Твой суд придет. И все же, мой Господь, даруй этим злым прощение щепоть, как я прощаю им. Анна Эскью, молодая леди из Линкольншира, за свои протестантские убеждения была заключена в тюрьму, подвергнута жесточайшим пыткам и сожжена. Есть основания полагать, что в преследовании Эскью были замешаны придворные интриги, так как она пользовалась покровительством последней жены Генриха VIII Екатерины Парр. Легенда гласит, что Анну Эскью пытались заставить дать показания против своих друзей при дворе, но она никого не выдала. Предсмертная баллада протестантской мученицы была напечатана вместе с протоколами допросов в Марбурге вскоре после ее казни в 1546 году.